Друзья, вы не поверите, это Сибур-Юг, город-курорт Анапа, Пионерский проспект. На календаре у нас сегодня 19.10.2022, температура воздуха 25-26 доходит. И вот такой вот отдых здесь происходит. То есть людей довольно-таки много, я так понимаю, она приехала. Люди отдыхают, получают массу удовольствия от отдыха. Водичка, при этом температура совсем не маленькая, даже сказал. Людей, в принципе, в море много. 21. Хотя вот вчера-позавчера мерил температуру воды, была гораздо ниже. Сейчас можете увидеть, как люди купаются, получают максимум удовольствия от отдыха на море, чего мы вам всем и желаем. Загорать так вообще прям круто. И то, что я вижу, это прям реальная фантастика. Туда дальше посмотрим на пляжах, что людей тоже много, но здесь прям как уголок лета. Все-таки отдыхают, все-таки прям кайфуют, и всем им желаем хорошего, великолепного отдыха.